Сегодня мы рассмотрим самую интересную личность. Ее зовут Эмми Септон Макферсон. Она была последним духовным правителем Лос-Анджелеса. Само ее рождение было овеяно слухами. Ее матери было 15 лет, а отцу 50. Она родилась в Канаде. Сохранилось много звукозаписей, где она сообщает свои новости и рассказывает о месте, где она родилась и провела первые годы своей жизни. Это произошло неподалеку отсюда, на маленькой канадской ферме. Мы жили в 8 километрах от города Ингерсолл. Там я родилась и росла как дочь фермера. Я была единственным ребенком на ферме. Я хорошо помню дом, в котором мы жили. Там у меня была возможность заниматься всем, чем угодно. Всему, чему я научилась, я обязана этому месту. Я каталась на лыжах, играла в снежки и другие игры на реках и озерах. Я помню школу, куда мне приходилось ездить за 8 километров на лошади. Я очень благодарна всем, кто воспитывал меня, за то, что вырастили меня здоровой и крепкой. Я выросла на доброй старой молочной каше, нерафинированном сахаре, домашнем мороженом, что так хорошо и благотворно для любого ребенка. Я совершенно уверена в этом. В детстве меня учили многому в церкви. У нас был семейный алтарь. Первая часть моей жизни прошла в методистской церкви, а вторая — в армии спасения, которая недавно появилась в нашей местности. Но в то время я еще не была рождена свыше. Это было немного странно. Но будущее еще в методистской церкви. Я впервые танцевала. Там такого никогда не было. Я не знала тогда, что танцы — это нормальное явление, поскольку люди в моей церкви были немного старомодны. Но поскольку моим первым партнером в танце был молодой пресвитерианский служитель, то все решили, что это допустимо. Однажды в моей школьной жизни я наткнулась на одно препятствие. Учителя во всех классах учили теорию эволюции. Я понимала в своем разуме, что они не правы, однако предпочитала молчать. Но однажды я пришла в школу со своей Библией в одной руке и школьным учебником в другой. Я сказала: «Объясните мне, пожалуйста, что правильно, Библия или учебник?» Все говорили диаметрально противоположно. В учебнике говорилось же, что мы произошли от животных, пришедших из глубин океана, от губок, грибков, амеб, тогда как Библия говорит, что мы созданы по образу Бога, великого Творца, вдохнувшего нас дыхание жизни. «Что из двух правильно?» — спросила я. «Малышка, твоя Библия — это классика. Раньше люди не знали ничего другого. Также она не является точной. Нет, нет, это мифология, созданная нашими далекими предками. Возьми свой учебник, и ты увидишь, что он говорит правду». «Девочка моя, я все хорошо изучил и все знаю. Эти слова просто ранили мое сердце, потому что я верила, что Библия говорит правду. Я училась в хорошей канадской школе, но мне там никто не мог дать ответа, почему учебник прав, а Библия нет. Учитель предложил мне почитать несколько книг, которые я нашла в библиотеке. Хаксли, Дарвин, Пейн, Ингерсолл. Я забила в себе голову этой информацией и со всем этим отправилась домой к своему отцу. Он недавно пришел домой сам, и я с самого порога спросила: откуда тебе известно, что Бог существует? Он сильно удивился и вначале не знал, что ответить. Затем он спросил: что ты имеешь в виду? И я сказала: откуда вы знаете, что он есть? Вы что, видели его? Или кто-то его видел? Или есть другие доказательства его существования?
Дорогая, кто, по-твоему, создал солнце, луну, звезды и землю? Я сказала: о, папа, я могу это объяснить. Вначале не было ничего, кроме одной лавы. Она начала нагреваться и двигаться. Когда она стала жидкой, она взорвалась, и так появилось солнце, звезды, земля, и мы на ней. Он спросил: ладно, а как человек появился на лице земли? Ну, как ты понимаешь, папа, люди твоего возраста этого не знали, это не было открыто. Но это происходило в течение миллионов и миллионов лет. По прошествии многих миллионов лет рептилии вылезли на берег и превратились в птиц, которые полетели по воздуху, и со временем превратились в новые виды животных. And the beasts of the field set up a hair factory, and they all turned into different stripes or kind. Well, he says that's a wonderful thing. Отец сказал: все это замечательно, но сегодня не существует таких вещей, как скрещивание видов. Мы не можем скрещивать животных. Я сказал: папа, а как же мулы? Он ответил: в том-то и дело, что ты можешь скрестить лошадь со слоном и получить мула, но они не могут воспроизводить сами себя. Это меня окончательно убедило. Я не верила более учебнику, я верила Библии. Это было для меня переломным периодом в жизни. В то же время в моей жизни происходили некоторые важные события, и мои родители волновались за меня. Мне говорили: почему ты ходишь от одной церкви к другой? Ты была пресвитерианской, методистской, баптистской церкви, в армии спасения. И помни, что сейчас идет пробуждение, а ты договорилась завтра идти на карнавал. Родители настаивали, чтобы я была либо в церкви, либо дома. Когда ко мне пришла дочь одного евангелиста и спросила: чему тебя учат в школе? Там ведь учат об эволюции. Как такое возможно, что мы в одной стране учили Библии и теории эволюции? Это ведь подрывает нашу веру в Бога. Бедняжка, с тобой надо поговорить моей матери. Она привела свою мать. Та оказалась благообразной дамой. Она поговорила со мной минуту, сказав: о, бедняжка, тебе надо поговорить с моим мужем. Она привела проповедника. Это был приятный мужчина, очень логичный, очень правильный в своих размышлениях, решениях и выводах. Я сказала ему: если Библия права, зачем налогоплательщикам платить огромные деньги, чтобы их детей каждый день учили в школе, что Бог не сотворял земли и всего, что на ней? Он ответил мне: я этого не знаю. Тот вечер я вернулась домой, ощущая, что моя вера была сильно оскорблена. Я не люблю причинять людям боль. Я поднялась наверх в свою комнату, преклонила колени. Было очень холодно. На улице лежало снежное покрывало, покрывающее горы и холмы в Канаде. Я смотрела в окно и увидела снег на верхушках яблонь в саду. Я сказала: о Боже, если ты существуешь, яви себя мне. О, как часто потом я молилась этой молитвой. Я верю, что Бог ответил мне на каждую из них. В тот раз Он ответил мне через несколько часов. Я услышала разговор молодых людей о том, что Роберт Сэмпл проводил собрание пробуждения, на которых действовал Дух Святой, и люди получали исцеление, хлопали в ладоши, восклицали «Аминь» и «Аллилуйя». Они говорили, что туда стоит сходить, и там очень интересно. Я тоже решила туда пойти. Я сказала своему отцу: давай посидим эту миссию. Когда я зашла туда, Роберт Сэмпл проповедовал. О, как проповедовал этот человек. Деяние 2:38. Это слово пронзило меня как меч. Покайтесь. Но днем и ночью Иисус продолжал говорить: ты должна начинать. Проповедуй, проповедуй Божье Слово. Я сказала: Господи, я не могу. Я сильно заболела и была совсем разбита. И это подтолкнуло меня к решению. И я сказала Богу «да». Я лежала на кровати и умирала. И тогда я сказала: хорошо, Господь, я буду это делать. Я буду совершать эту работу. Буду служить Тебе.
Я взяла свой чемодан, детей, машину и отправилась проповедовать Божье Слово по городам. Я проповедовала в лесу, на улицах и площадях. Итак, я проповедовала от Канады на севере до Флориды на юге. Зимой и летом, в палатках и на открытом воздухе, а также в аудиториях, когда Господь открывал мне двери. Евангелие распространялось повсюду. Приходило множество людей, и все они отдавали свои сердца Иисусу. Больные исцелялись. Я была так счастлива. Благословен Господь Бог наш. Слово Божие достигало людей. И я начала проповедовать в больших театрах и больших аудиториях, таких как зал Сент-Луиси, куда помещалось 18 тысяч человек. Собрания проходили с раннего утра до позднего вечера. Я помню зал городского собрания в Денвере, где люди не расходились на ночь после окончания собрания. Люди не хотели покидать здание. Они прятались в туалетах, баррикадировались в подсобных помещениях, подвалах, чтобы присутствовать на собраниях на следующий день. Иначе бы они не смогли туда попасть. Бог приводил людей к покаянию. На одном собрании тысяча человек обратилось к Богу. Шли мужчины, затем женщины и наоборот. Множество людей устремлялось вперед, чтобы принять Господа Иисуса Христа. Хелмут Макферсон и второй муж не ездили с ней повсюду, поскольку спустя несколько месяцев они развелись. Основной причиной их развода с Эмми было то, что он не желал ездить и проповедовать. Он не хотел следовать за Богом. Он отступил от него. Я уважаю этого человека за его честные признания применительно к его жизни. Он говорил: «Я оставил Эмми, потому что я не хотел проповедовать. Я не хотел следовать за Господом. Я хотел жить своей жизнью». Эмми взяла детей, ездила по всей стране, проповедуя Евангелие. Везде, где она была, собирались толпы народа. Они рассказывали, что когда она приезжала в город, где о ней никто ничего не знал, она остановилась на углу улицы и смотрела вверх, как будто ждала чего-то с небес. Вдруг собиралась большая толпа народу. Затем она опускала голову и говорила: «Идемте, я расскажу вам секрет». И бежала по улице в аудиторию, а люди следовали за ней. Там она поднималась на сцену и проповедовала о пришествии Господа. Она просто остановилась на улице и смотрела в небо. Когда собиралась толпа, она начинала бить бубен, танцевать и петь, собирая людей. В ранние годы своей жизни она применяла множество различных методов по привлечению внимания. Она приобрела палатку, а перед тем ездила в один город и собирала деньги для приобретения этой палатки. Она стала первой женщиной в истории, ездившей на автомобиле по стране с востока на запад. Господь дал ей видение о том, что ей детям нужен свой домашний очаг. Ей нужно было место, где ее дети бы росли и жили, как все остальные. Детям нравилось ездить с ней, они чувствовали себя удобно и в безопасности. Иногда у них не было денег, и детям становилось мало обувь, потому что у них росли ноги. Она просила Господа исправить эту проблему, чтобы обувь также увеличилась в размере. Так и случилось. Бог расширял и удлинял обувь. Наконец она приехала в Калифорнию, чтобы провести евангелизационное служение, молитвенное вечернее собрание. Они молились, и Дух Святой сказал: «Эмми, я даю тебе город Лос-Анджелес». Она стала духовным правителем этого города. Всю ночь она танцевала и веселилась. И люди вокруг бурно радовались вместе с ней о том, что Бог дал ей и ее детям дом, а ей самой город для управления. Она стала самой влиятельной фигурой в Лос-Анджелесе того времени. Я думаю, что она была последним духовным правителем этого города. Мы рады, что у нас есть много записей, где говорит Эмми. Вы можете увидеть, какой яркой личностью она была. Она никого не боялась. Она смотрела на людей не как на чужаков, но каждый был для нее другом. Ей всегда удавалось привлекать к себе внимание Америки и всего мира и приводить людей там к Христу. Я вижу, что при жизни она была лидером евангелизации в Америке. И даже спустя годы она сошла со сцены. Лидерство перешло к новому поколению. Я уверенно могу сказать, что из всех изучаемых новых людей она была самым интересным человеком. Мы послушаем, как Эмми говорит о здании своей церкви, храм ангелов. Здание выполнено в виде сектора круга.
рисунке оно напоминает кусок пирога. Этот кусок пирога я разделила карандашом на 7 секторов. Нарисовала балконы, перекрытия, сцену, купили допечаемых. И по благодати Божией я получила землю. Чтобы воздвигнуть его, нам пришлось много молиться и трудиться, пока, наконец, не появился храм ангелов с радиобашнями на крыше. Слава Божия наполнила новый ангельский храм. Слава Господу! And then the glory of God began to sweep through Angela's temple. Praise the Lord. A beautiful church. Построенная ею церковь до сих пор стоит в Лос-Анджелесе. Она является собой одним из памятников, которые история сохранила для будущих поколений. В первые 6 месяцев существования ее церкви более 8 тысяч человек обратились к Богу у алтаря храма ангелов. 15 тысяч человек приняли водное крещение в этой церкви. У нас есть и другая информация о ней. Один ее друг, которого она повстречала, будучи во Франции, привнес в нее существенные перемены. Чарли Чаплин был добрым другом Эми Макфорст и говорил ей, как лучше устроить сцену, потому что по вечерам она делала иллюстрированные проповеди. Например, когда она говорила об Ионе и Ките и сделали Большого Китая, она стояла у него в пасти, проповедуя о жизни Ионы. Это были прекрасные вечера, когда люди приходили, чтобы просто развлечься, хотя все они были верными последователями Эми, как и Иисуса Христа. У нее так хорошо получались иллюстрированные проповеди, что даже люди из Голливуда приезжали на эти собрания, понаблюдая за тем, как, что она делает на сцене, чтобы притворить это в кино или в Лос-Анджелесском театре. Во многом Эми была гением. Ей удалось вернуть церкви правильное понимание многих вещей. Эми Макферсон была одним из замечательных представителей пятидесятнической церкви. Популярность привлекала к ней массу народа. 10% населения Лос-Анджелеса были членами ее церкви. В воскресенье проводились 3 собрания, и через каждые 50 минут здание наполнялось новыми людьми. Всего же в церкви в воскресенье присутствовало 21 тысяча человек, плюс сюда те, кто не мог приходить в воскресенье. У нас есть несколько записей с Эми Макферсон, сохранившихся до наших дней, где она поет и дает интервью репортерам, которые доставляли ей большие неприятности. Надеюсь, что вам понравится эта яркая и колоритная особа, которую сейчас вы увидите и услышите. Я приехала на Бродвей, в Мекку греха, цитадель безбожества. Я приняла приглашение приехать сюда, чтобы встать на пространном пути, по которому движется Америка, чтобы поднять руки и воскликнуть: «Остановитесь! Вы перестали ходить путями отцов, вы перестали молиться, перестали читать Библию, убрали семейные алтари. Но в отступничестве от Бога кроется лишь погибель, разбитые сердца и погубленные семьи. Я желаю вернуть вас к тому, что вы оставили. Господи, дай мне жажду приобретать новые души. Дай мне любовь к погибающим. Дай моему сердцу гореть желанием жить с тобой. Дай мне жажду приобретать новые души для тебя». Я отбываю из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на корабле, на котором мы находимся. На пути нас будут сопровождать множество наших друзей и много журналистов. В каждом городе мне задают один и тот же вопрос. Что вы думаете о сухом законе? Сложно ответить на этот вопрос двумя словами. Я говорю им, что введение запрета на продажу спиртного напоминает мне историю другого человека, говорившего о сухом законе. Друзья мои, если бы я только мог, знаете, что бы я сделал? Я бы взял каждую бутылку спиртного, каждую бутыль пива и вылил бы все это в реку. И дальше говорит: «Так давайте же закончим наше собрание песней «Соберемся у реки».
которую сами же испортили. Часто мы издаем законы, которыми стараемся бороться с последствиями какого-то социального зла, так как у нас с вами не хватает времени разобраться с причиной этого. Надеюсь, что вам понравится поехать с нами на Пасху в Палестину, где мы увидим гробницу нашего воскресшего Господа Иисуса Христа. Моя поездка убедила меня, что люди всего мира смотрят на Америку в поисках духовного водительства. Внезапное падение голубого орла подтвердило невозможность летать с одним крылом, а именно опираясь на материальный успех. Человеку необходимо опираться на другое крыло и подняться в духовных вещах. Неужели нам трудно проходить через эти страдания, чтобы приобрести более глубокое духовное понимание и вернуться к христианским принципам? Петра Макферсон построила первую в истории США христианскую радиостанцию. Это была первая круглосуточная радиостанция, передававшая только проповеди и христианскую музыку своим слушателям в Лос-Анджелесе. Это была одна из трех радиостанций в Лос-Анджелесе. Настало время, когда она получила всеобщую известность. Америка знала, кто она. Ее церковь теперь самая известная в Лос-Анджелесе. Она объединила десятую часть всего населения города. Многие люди, даже не посещавшие ее церковь, слушали ее радиостанцию. В городе всего было три станции, так что рано или поздно они натыкались на нее. По радио выступали люди со свидетельствами о спасении и исцелении. Люди, бывшие торговцами наркотиков, проститутками, ворами, принимали спасение. Они рассказывали со сцены храма ангелов о том, чем они занимались раньше, и как они получили спасение, и о том, как они занимались преступной деятельностью и разоблачали ее. Подобные откровения становились причиной опасности для жизни Эми Макферсон. Ей нужно было предпринимать меры защиты. Однажды с ней случился инцидент. В 1926 году сестру Макферсон выкрали, как я думаю, преступники. Это должно было быть самая интригующая история за всю ее жизнь. Она только что вернулась в Палестину и отправилась на пляж, чтобы подготовить свою проповедь на тот день. Ей хотелось побыстрее рассказать о том, что она видела во время своей поездки. Она уже написала два письма с воспоминаниями об этом путешествии. Она пошла со своей секретаршей, чтобы та записывала за ней. Она ненадолго отлучилась, чтобы искупаться в океане. А сестра тем временем пошла купить стакан сока. Вскоре секретарша вернулась с соком и увидела, что Эми еще в воде. Но вскоре обнаружила, что это не Эми, и что Эми до сих пор не вернулась, ее нет. Она забеспокоилась, начала бегать по пляжу в поисках ее. Наконец она поняла, что Эми исчезла. Она кинулась к телефону, позвонила в храм ангелов, поговорила с матерью Эми, Мини Кеннеди. Сестра Макферсон исчезла, я не могла ее найти. Она пошла искупаться, я отправилась за соком, мы хотели собраться через пару минут, но больше я ее не видела. Стали распространяться слухи о том, что Эми утонула. Люди из церкви побежали на пляж в поисках ее тела. Газеты подняли шум. Самолеты стали кружить над океаном и побережьем Калифорнии. Водолазы ныряли и искали ее на дне, но так ничего не нашли. Мини Кеннеди, мать Эми Макферсон, решила, что Эми утонула, и мы не можем найти ее тело. Пора проводить траурную службу. И она провела ее. Она поднялась на кафедру, поделилась своими чувствами, последними воспоминаниями, поплакала, сказав, что Эми мертва, и тело найти нельзя, ее больше нет. И однажды вечером они получили телефонный звонок. Звонил шеф полиции из маленького городка Дуглас, штат Аризона. Полицейский сказал, это госпожа Кеннеди? Она ответила, да. Он сказал, ваша дочь находится у нас в больнице. Она сказала, о нет, это невозможно, Эми мертва. Тогда шеф полиции передал трубку Эми, и та рассказала ей о происшедшем. Мать долго не верила, но потом она поняла, что Эми не погибла, но каким-то чудом оказалась в Дугласе, в больничной палате. Никто ничего не знал о ней несколько недель. Ее считали умершей, провели по ней траурную службу. And no one knew where she was. They thought she was dead. Had the memorial service. So the next thing you know, сразу же полетел кто-то чартерным рейсом на самолете. Я бывал в Дугласе, штат Аризона. Он остался таким же маленьким, как и тогда. И наибольшим событием, когда-либо случавшимся в истории этого городка, было то, что произошло с Эми. Об этом до сих пор вспоминают местные газеты. Тогда же тысячи журналистов устремились в Дуглас. Они стучали в дверь, хотели видеть Эми, поговорить с ней. Что происходит? Мы думали, что вы погибли. Они узнали, что Эми была похищена.
По пути на пляж к ней подошел мужчина и сказал: «Пойдемте со мной и помолитесь за нашего ребенка». Эми всегда молилась за больных, ее подвели к машине, чтобы она помолилась за ребенка. Такая просьба не была для нее странной. Она отправилась к машине, заглянула внутрь и увидела женщину, державшую младенца. Когда же она садилась, мужчина толкнул ее вперед и закрыл ей рот и нос платком с хлороформом. Она очнулась в незнакомом месте. Ее перевезли в Old Mexico, где ее держали в надежде получить выкуп. Выкуп они не получили, но к тому времени было множество людей, желающих заработать деньги на имени Эми Макферсон. Ее мать получала записки с требованиями о выкупе, но она верила, что Эми мертва, и поэтому не обращала на них никакого внимания. Не говорила: «Эми мертва, ее больше нет». Мы провели траурное служение. Однако Эми нашлась в Дугласе, штат Аризона. Requests were coming in. She just threw them away. And finally, if she gave a few to the police, said, "Well, here's a few things." But Amy's dead. She's gone. We're going to go on with the mission, go on with the life. Amy was rediscovered in Douglas, Arizona. When she came back to California, over 50,000 people. Можете представить радость людей в церкви, что их пастор по-прежнему жива. Эми жива. Средства массовой информации ненавидели ее и были для нее основной причиной головной боли. Когда она вернулась, они стали говорить, что у нее было любовное приключение, что она уезжала, чтобы освободиться от ребенка. Появилась масса обвинений и сплетен. Появились лжесвидетели, якобы видевшие ее с другим мужчиной. Однако в итоге все эти обвинения лопнули, и она была оправдана. И что лучше всего, это то, что церковь никоим образом и никак от этого не пострадала. Сейчас мы покажем 25-ю годовщину церкви. Она создала деноминацию четырех Евангелий, основанную на четырех основных принципах. Иисус спасает, крестит Святым Духом с говорением на языках, исцеляет и грядет как Царь. Как-то она хотела, чтобы все церкви, основанные ее последователи, вошли в состав Ассамблеи Божьей. Но поскольку Эми была разведена, ей не позволили этого сделать, поэтому ей пришлось создать собственную деноминацию. Однако Эми вначале не хотела создавать свою деноминацию или церковную организацию. Она хотела стать частью уже существующей, но включение своего развода, все не желали иметь никакого дела. Поэтому она создала собственную прекрасную организацию, которая поныне существует, крепнет, создает новые церкви, шлет миссионеров по всему миру. Даже храм ангелов до сих пор функционирует. В его аудиториях и помещениях собираются разные этнические церкви. Сейчас мы посмотрим на парад, посвященный 25-й годовщине церкви. Она провела много парадов в Лос-Анджелесе. На парадах были красочные транспаранты, фигуры, другие экспонаты. Она была очень яркой личностью и необычной. И личностью в Лос-Анджелесе. Надеюсь, что и вам это понравится. Я безумно рада и счастлива той чести, какой нас удостоили жители Лос-Анджелеса и члены церкви нашего союза. Я благодарна Богу и нашей стране. Я благодарю вас, и да благословит вас Господь. В 1931 году перед Эми стало серьезное испытание, которым для нее было одиночество. Ее сын Рольф женился, теперь у него была своя семья. Ее дочь тоже была замужем и теперь жила в Нью-Йорке. Она увидела, что она находится в окружении тысяч людей, однако она была совершенно одинока. Один человек, работавший в Голливуде и в театрах по западному побережью Калифорнии по имени Хаттон, принял спасение и стал дирижером хора у Эми. Они полюбили друг друга и поженили в 1931 году. Это моя прекрасная жена. Я очень-очень счастлив. Я самый счастливый человек во всем мире. Я приглашаю всех друзей и родственников. Это будет так здорово. Мы разослали тысячи телеграмм и телефонных звонков. Мы безумно счастливы быть вместе.
Сегодня утром я думал об одном месте Писания. Там Бог говорит, что нехорошо человеку быть одному. Мы понимаем это буквально. Но если мужчине нехорошо быть одному, то женщине вдвойне нехорошо быть одной. Господин Хаттон не понимал, что значит быть мужем такой известной и влиятельной личности в Америке, особенно в Лос-Анджелесе. После объявления о помолвке, его стала преследовать другая женщина, на которой он обещал жениться. Потом сюда подключились и другие женщины, которые хотели, чтобы он женился на них. Ему пришлось разбираться с этим скандалом, который просочился в печать. И им не пришлось жить долго вместе, потому что он был груб на словах и не хотел ездить вместе с ней, а по некоторым сообщениям шефа полиции даже распускал руки. Сестра Макферсон не нашла счастья в этом браке. На своем пути из Европы, где она поправлялась после очередного нервного срыва, она поведала корреспондентам о своем разводе и о том, что ее муж ушел в мир. Я совершил эту поездку с целью поправить свое здоровье после последнего нервного потрясения. Я могла прекрасно отдохнуть и желаю побыстрее вернуться в Америку, к нашей церкви и миру Евангелия. Я хотела бы побыстрее вернуться к своему делу. Каковы ваши планы и что стало с вашим мужем? Его жизнь целиком в руках Господа. Я не могу решать это за него. Он ушел от меня очень неожиданно, без предупреждения, и я ничего о нем не знаю. News which has come to me has come very suddenly and without warning. I feel I must wait till I get home and know the details. Back from a trip abroad to face her husband's unexpected divorce. Вернувшись после поездки в Европу и неожиданного развода со своим мужем, евангелист Эми Макферсон обнаружила, что ее церковь остается ей верной, как и прежде. Дорогие мои, я вернулась в Лос-Анджелес. Я так рада и счастлива вернуться и видеть вас. Мне приятно видеть вашу любовь и преданность мне, которая для меня есть все. Да благословит вас Господь. As you can see from those news rails, the city of Los Angeles loves новостей, население Лос-Анджелеса любило сестру Макферсон. После развода с Хаттоном, она желала воздать ему должное по всей Америке, рассказывая людям о его жизни, о том, как он пил, был засекретаем баров, пивных и театров. Она сама посещала эти театры и рассказывала людям о своей жизни, о том, как она отдала Господу свою жизнь, посвятила ему свою жизнь, и как он использует ее, как родиться свыше и нести Евангелие каждой твари в этом мире. Это было весьма интересно, когда женщина-проповедник с таким именем приезжает в Нью-Йорк, и ей платят $5,000 за то, чтобы в течение 5 минут посреди их шоу она рассказывала о том, что Бог сделал для нее, и что Он может сделать для них. И она делала это. Вы также можете заметить, что сестра Макферсон старалась следовать моде. Ей нравилась модная одежда. Я всегда говорю об этом студентам библейского колледжа, что мы должны благодарить ее за то, что она смогла заставить пятидесятническую церковь отказаться от отрицания моды и косметики. Она говорила, всякая старая вещь требует немного краски. Поэтому я использую косметику и модно одеваюсь, чтобы выглядеть наилучшим образом для служения Христу. Эми прославилась не только своей выразительной речью и иллюстрированными проповедями, а также своим служением исцеления. Мой рассказ был бы неполным, если бы я не рассказал двух свидетельств о чудесах, совершенных сестрой Макферсон. Самую интересную историю я услышал с моей бабушкой, которая работала с сестрой Макферсон на одном служении в Окленде, штат Огайо. Она была ашером на одном из собраний. Толпы людей, сменяя друг друга, наполняли аудиторию, стараясь проходить даже ночью, чтобы попасть на служение, люди прятались по подвалам и туалетам, чтобы на следующий день им хватило места на собрании. У одного человека был искривлен позвоночник, так что он не мог ходить прямо
и стоять прямо. Он был верующим и пришел на это собрание. Он хотел получить исцеление, чтобы его позвоночник выпрямился. Но Эми не могла молиться отдельно за каждого. Она сказала всем: завтра в полдень, когда часы пробьют 12, я возложу руки на это большое ведро, и я прошу вас написать на листочке бумаги свое имя и что вы хотите от Бога, и положить в это ведро, а завтра утром в своем гостиничном номере я буду молиться и касаться руками этих молитвенных просьб и просить Бога исцелить вас и изменить вашу ситуацию. И я прошу Бога завтра вас молиться со мной в полдень, чтобы в этот час мы молились Богу сообща. Этот человек постарался освободиться от дел незадолго до 12 и пошел помолиться к тебе домой. Однако, если вы сгорблены, вы не можете двигаться слишком быстро. Он шел по тротуару домой, но вдруг часы пробили полдень, и несколькими мгновениями спустя Эми начала молиться. Сестра моей бабушки рассказывала, что спина этого человека выпрямилась прямо там, на уличном тротуаре. И всю оставшуюся жизнь он прожил без всякой боли и дискомфорта, и все время ходил прямо, как я. Эми даже не касалась его лично, но она молилась за него. И Бог его исцелил. В одной аудитории библейского колледжа я повесил на стене мою любимую фотографию с сестры Макферсон «День исцеления» в Денвере, штат Колорадо, когда она проводила евангелизацию. В обед у нее на каждом служении начиналось время исцеления. Были люди, которые не могли приходить на утреннее или вечернее служение. Именно назначила день, когда в зале из портера убирали все стулья и туда приносили людей на носилках, за которых она молилась. Некоторые чудеса она совершала на служениях в церкви. Возле здания церкви стоит дом, в котором она жила совсем недолго, и для газетчиков, которые ее постоянно донимали, стучат в дверь, заглядывая в окна. Там были люди, искавшие исцеление, и просто те, которые хотели поговорить с сестрой Макферсон. Поэтому ей пришлось построить себе другой дом, вдалеке от этого места, где она жила, чтобы иметь возможность эмоционально отдохнуть. Однако к этому месту вела небольшая дорога, чтобы машины скорой помощи из Лос-Анджелеса могли привозить людей, которые не могли сами прийти в церковь, где люди могли получить исцеление. Они приезжали к дому со стороны черного хода, Эми выходила оттуда, спускаясь по ступенькам, задние дверцы машин были открыты, она заглядывала внутрь, задавала людям краткие вопросы, затем возлагала руки и молилась за них. В истории Лос-Анджелеса сохранились записи о проведении дней исцеления в храме Ангела, раз в месяц или раз в полтора месяца для людей, прикованных к постели. Поэтому люди, находящиеся в больнице с различными диагнозами, стремились взять машину скорой помощи, чтобы добраться туда, где они знали, что реально смогут получить исцеление. Люди, жившие в те дни, прекрасно понимали, что если они придут в храм Ангела, и Эми помолится за них, у них будет больше шансов на выздоровление, чем с помощью врачей. Вот еще одна история, которую я хочу вам рассказать, которую я читал и слышал. Сестру Макферсон немного раздражали люди, приходящие только за одним физическим исцелением, потому что она говорила, что прежде всего им следует спастись свыше. Она считала, что ее проповеди на 99% посвящены спасению и только на 1% исцелению. Она не желала славы как целительница, но хотела, чтобы люди спасались и шли на небеса. Но у нее происходили великие чудеса. Один раз к ней пришел мужчина, у которого на глазах не было радужной оболочки и зрачков. В тот вечер в церкви было полно народу. Она возложила руки на его глаза и затем повернула его лицом к народу. Люди стали замечать, как стали появляться круги радужной оболочки, и затем появился зрачок. Этот человек покинул здание церкви в тот вечер полностью восстановленным зрением. Представьте себе чудеса, представьте себя в толпе, наблюдавшей за тем, как Бог совершает такие чудеса, когда на ваших глазах у человека формируется глаз. После таких чудес люди днем и ночью говорили о сестре Макферсон, но при этом нужно помнить, что наибольшим чудом является рождение человека свыше. Последние годы ее жизни споры вокруг ее имени, раздуваемые газетами, продолжали разгораться. Ее имя появлялось в печати от 3 до 6 раз в неделю, а иногда на первых страницах газет. Из-за этого газеты всегда раскупались. Если у нее возникала какая-либо проблема или ссора в семье, то сразу же всплывала в печать. В большинстве случаев из мухи раздували слона.
Однажды я ему спросил журналиста, зачем вы пишете эту ложь обо мне? Он ответил, мне так велят, а кроме того, газеты лучше продаются. Поэтому нам надо напомнить, что то, что мы читаем, слышим или смотрим, не всегда является правдой. Эми умерла 27 сентября 1944 года. Она приехала в Окленд, штат Калифорния, чтобы провести там одно из своих собраний, в одной из церквей. В тот вечер было множество людей, которым она рассказала историю своей жизни, после чего она отправилась в свой гостиничный номер. С ней был ее сын Рольф и вся ее команда. В ту ночь она, у нее была передозировка лекарства. Она чем-то болела, будучи в Мексике. Лекарство от этой болезни, которое она принимала, создавало другую проблему – сонливость. Итак, она приняла лишнюю дозу этого лекарства и легла спать. На следующее утро ее сын Рольф открыл ее комнату и обнаружил, что ей тяжело дышать. Он вызвал скорую помощь, но к тому времени, как та приехала, его мать умерла. Люди страшно горевали о ней. Многие не уходили домой и ночевали на ступеньках здания, чтобы попасть внутрь и воздать последние почести сестре Макферсон. Мы можем сказать, что несмотря на все споры вокруг нее, Эми Макферсон сделала очень много хорошего для Господа. Она доказала, что Бог может использовать женщин, и даже тех, которые совершают ошибки в браке. Если вы разведенный человек, пусть это будет вдохновением для вас. Ее церковь и созданная ей деноминация продолжает быть благословением для людей по всему миру. Эми Сэмпл Макферсон родилась 9 октября 1890 года, умерла 27 сентября 1944 года.